здравствуйте! Рубрика «Афиша» и я, Юлия Север, рада вас приветствовать. На горизонте замелькали выходные, пора задуматься, как провести их ярко и интересно. На сцене Самарской площади постановка «Русский и литература». Действие пьесы разворачивается в провинциальном городке в канун 8 марта. Все смешалось в малострадальной российской глубинке, где и смех, и грех. Миллионеры, гастарбайтеры, судьи, учителя, священники – все эти персонажи живут своей жизнью, порой смешной, нелепой. Герои пьесы узнаваемы и трогательны своими заботами и проблемами. Почти анекдотические зарисовки из жизни маленького городка и его персонажи, на удивление, легко сочетаются в спектакле с лирической темой любви учителя литературы и его ученицы. Любви романтической и всевозвышенной, как в лучших романах русской литературы. Не пропустите. 5 сентября. Баскетбольные соревнования, посвященные памяти заслуженного тренера Юрия Тюленева, в этом году пройдут в 6-й раз в Самаре. В соревнованиях «Самара Open 2015» примут участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга и городов Поволжья. Центральной площадкой для проведения матчей по традиции станет площадь Куйбышева. Начало 6 сентября в 10 часов утра. 6 сентября в поселке Управленческий состоится открытый городской слет юных туристов, краеведов-экологов «Золотая осень-2015» для детей всех возрастов. В программе слета соревнования по спортивному туризму, конкурс краеведов, песни у костра. Место проведения – Березовая роща, поселок Управленческий, остановка 7-й участок. Надеюсь, что первые выходные этой осени заставят вас улыбнуться. Мы с вами увидимся в следующую пятницу в рубрике «Афиша». Обещайте не скучать. Пока!